сейчас попробую разобрать, еще скажу, что там возникает. Рижане. Вообще в зону Спартака. Это Гегерев. Попал он под силовой прием. Здесь вообще приличная такая потасовка в углу. Батня. В центр. Гегерев в касании. И гол. 1-0. Рижская «Динамо» выходит вперед. Эмилс Гегерев делает счет 1-0. С передачи Батни как раз таки. Не самый сильный бросок был только что у рижан, у Гегериса, но мы сейчас на повторе будем обращать внимание на то, что происходило перед воротами, и видел ли там вообще Гудочек что-либо. Ну вот он, бросок, и шайба прямо между ног проходит, и, кстати, Фуриас и Гудочек, вот он сейчас так руки в стороны, видите, разводит. Тем самым показывает, что он ничего не видел. Поздравляем Гегерица. У него вторая шайба в этом сезоне.